Твери в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды продолжается второй этап работ по благоустройству зоны отдыха – сквера на улице Хромова. Территорию для создания парковой зоны выбирали сами горожане во время рейтингового голосования. В этом году на улице Хромова реализуется второй этап проекта по благоустройству. В настоящее время завершены работы по заливке бетонного основания для спортивной и детских площадок. В дальнейшем здесь будет уложено 1300 квадратных метров покрытия из резиновой крошки. Заведены малые архитектурные формы. Кроме того, в рамках второго этапа благоустройства в сквере будет установлена система охранного телевидения, включающая 38 камер наружного видеонаблюдения. Из детского оборудования на данной территории будут установлены качалка-балансир, песочница, детские игровой комплекс. Для взрослых детей будут установлены площадки для воркаута в количестве 2 штук, тренажеры, велосипед, турники, брусья, скамья для пресса. Также для детей будут установлены 2 качели-гнездо. Работы на втором этапе будут завершены в срок до 1 августа 2023 года. Напомним, до 31 мая жители Твери могут принять участие в очередном рейтинговом голосовании по выбору общественных зон, которые могут быть благоустроены в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году. Для этого нужно проголосовать на общероссийской платформе za.городсреда.ру.